Кто не был давно в Новосибирске, для вас. Метро помните, да? А это здание, которое достраивается. Это здание очень много лет стоит, лет 40, наверное, уже. И дострой. Сейчас его решили достраивать с прошлого года, слава богу. А это ГУМ «Россия». Помните ГУМ? Главный универмаг Новосибирска. Вот он. Здесь была барахолка, помните, на Маркса. Здесь мы покупали костюмы Adidas, китайские подделки, пуховики, обувь. Денег не было особо, но копили и покупали. У меня до сих пор отсюда куртка адидасовская такая, бирюзовая, живая, представляете, она как новая. Вот раньше было качество. Ну а мы идем в ГУМ. Я уже много лет не был в ГУМе. Вот. Вот такой ГУМ. Раньше не было тех рекламных вывесок. Просто был ГУМ и все, Россия. Отель построили. Крыльцо стало знаменитое. Вот она, площадь Маркса. Тут тоже, видите, какой-то недострой. Скоро это будет здание красивое, высокое, советское еще время. Мощное, крепкое. Ну вот, ГУМ «Россия». До 21.00, 10. Эскалатор работает, тот же самый. Золото, бриллианты. Есть пульты. Ну, всякие штучки. Прикольно. О, медведи, соседи. Ёжики. Новосибирск. Вот и матрешки русские. Вот сколько матрешек. Прикольно. Всякая красота. Самовары. Вот какие самовары красивые. Здесь тоже хохлома. Гжель. Вот какие самовары красивые. Это детские игрушки. Мир игрушек. Ну, тоже золото, бриллианты. Ремонт ювелирных, ремонт часов. Вот такой.
все, говорит, шапку снимай. Желтый бриллиант. Вот такая красота. Серебро. Здесь у нас одежда. Для телефонов. Одежда. Целый этаж одежды, короче. Особо. Нура, пойдем. Ну вот такой гум стал китайский. Делать тут нечего, короче. Ну побыли. И ладно, пойдем вниз. Воняет одежда китайская, такой дешевый. Стрёмно. Раньше был очень крутой магазин. 90-е годы. Особенно, когда все начиналось. Уйгурская кухня. Очень вкусная, кстати. Не знаю, как здесь. Да. Возле ЦУМа очень крутая. Уйгур – это народность Китая. Азиатская национальная кухня. Очень вкусная. Сейчас мы зайдем, затестим. Весна. Ну вот такой был гум.